Это заблудшее животное обнаружила семейная пара фермеров из Австралии Питер и Нетти Хазель. Барашек бродил в сельской местности Тасмании в 84 километрах от столицы штата города Хобарт. В ближайшие дни барашку планируют сделать стрижку. Пара надеется, что количество шерсти превысит 27 килограммов и побьет предыдущий рекорд. На сегодняшний день самым мохнатым считался баран из Новой Зеландии. Когда его в 2004 году обнаружили прячущимся в пещере, то он выглядел намного больше своих собратьев. Животное назвали Шрек. Он отбился от стада и 6 лет избегал стрижки. Все 27 килограммов тончайшей шерсти Шрека тогда продали с аукциона, а вырученные деньги направили на благотворительность. Умер Шрек в 16 лет после трехдневной болезни. В пересчете на человеческий возраст он был 90-летним стариком.